Приветствую вас, уважаемые любители закусить. Взял тебе бутылочку, сварил картошечки. И только хотел брать уже рюмку наливать, думаю, как-то все сильно просто. И решил бутылочку пока в сторону. Буду делать зразы из картошки в мундирах. Притом зразы без яиц. На радость не только вегетарианцам, а даже самим, что ни на есть, веганам. Берем картошечку, сваренную в мундирах. Варится она обычно 40 минут после закипания. Чистим ее. Теперь давим. Параллельненько можно соль всыпать, лучше перемешается. Опять же чеснок выдавить. Подавил картошку, вымыл очень хорошо руки 3 раза с мылом и замешиваем тесто. Добавляем муку. Замесил тесто, ну как тесто, размешал вот это вот все очень хорошенько, так максимально, чтобы все размешалось, объединилось. Накрываем крышечкой и оставляем. Ну, в принципе, я вам скажу, чем дольше это у вас простоит, тем лучше, потому что все вкусы объединятся, все размешается. Ну, кушать хочется, поэтому на полчаса-час. Хорошенький блинчик, большой, вкусненький. И теперь котлетки лепить мы не будем, мы будем делать печеньки. Вот таких печенек наделали. И дальше на сковородочку маслица подсолнечного, оливкового для жарки, какое есть. Разогреваем и будем жарить. Жарим. Выкладываем вот эти штучки от себя, чтобы случайно жиром себя не ошпарить. Все жарим на большом огне. Люблю я огонь большой. И жарим это все на большом огне. Потому что мы жарим, а не тушим. Вот он результат моей работы. Буду пробовать, а вы будете смотреть. И пусть те диетологи, которые боятся вот этого черного цвета, получат инфаркт. Но я не виноват. Я возьму именно вот этот самый черный и самый зажаренный. Так я люблю. Но есть одна проблема. Заглянул я в холодильник, а сметаны у меня нет. Но были яйца. И поэтому получился прекрасный домашний майонез. И я его возьму вместо сметаны. Намажу сверху. И теперь попробуем. Попробуем, что у нас получилось. Прекрасно и изумительно. И я не побоюсь этого слова. Восхитительно. Надо запить блендом. Ваше здоровье. Описать этот вкус просто невозможно. Но я бы сказал, что это хлеб с картошкой или картошка с хлебом. Но это зразы. И вы меня поймете. Если приготовите их, сделаете майонез, ну или сметаны возьмете, захаваете, запьете блендом и получите удовольствие. Ну, в общем, я буду хавать. Ваше здоровье. Всех вам благ. Вы тут пока подписывайтесь,
нажимайте на колокольчик, ставьте лайки. В общем, я поем. Всем пока.